Сегодня я буду начинать делать коробку для хранения бижутерии, так чтобы она не путалась, а каждая вещь находилась на своем месте. Для этого у меня есть коробка, она из новой почты, очень для этого подходит. Есть поролон, который можно отделать вот такой черной тканью бархатной. На ней бижутерия будет выглядеть очень эффектно. Достаточно будет обшить и сделать вот такие прорези, чтобы туда вставлять колечки или маленькие сережки. Вверх у меня будет из такой стречевой черной ткани с розовыми розами. Буду я все сажать на клей. Да, вот так вот оно все спрячется и будет красиво в итоге. Ну, потом еще будет какая-то отделка. Я еще до конца не знаю, что у меня получится, но такие планы у меня есть. И еще хочу сделать вот основу и сделать вот так два деления для каких-то бус, чтобы они тоже не путались и хранились в этих делениях. Ну и вся внутренняя поверхность у меня будет тоже из такого бархата. Так что смотрите дальше, что у меня будет получаться. Thank you.
и пришло время снять последние кадры и показать, что в итоге у меня получилось. Ну, вот такая сдержанная коробочка для хранения бижутерии. Ну, воспользовалась тем, что есть. Я думаю, нормально. Главное, внутреннее наполнение. Ну, теперь попробуем открыть. Видите, я приклеила липучки, ну, вот на эту сторону, чтобы она так держалась. И здесь у меня есть отделение уже получается. Вот эта перегородка, ее можно менять в зависимости от того, ну, чем наполнять. Есть такое тоже прямоугольное отделение для бус. Ну и как видите, вот это отделение для колец и сережек. Ну, сейчас я все вытащу, покажу. Как оно вставляется. Вот то, что я обклеивала тканью. Ну, и внутренняя поверхность. Опять вставляем перегородку. И вот так вот. Вставляем сюда. И заполняем обратно. Чем хочется. Видите, даже такие сережки можно сюда всунуть, и тогда они не будут путаться. Так что, если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, делитесь этой информацией в своей любимой соцсети. Я вам буду очень признательна. И оставайтесь на нашем канале, заглядывайте на него почаще, чтобы не пропустить новые какие-то идеи, которые мы для вас создаем.